Для начала отмечу, что все составляющие данной комбинации уже были описаны мной в более ранних видео. Заходите, смотрите мой профиль, если что-то пропустили, оставляйте комментарии, если вдруг что-то непонятно, постараюсь ответить и поделиться собственным опытом. Так, мы умеем делать вращение Эрика Мура, мы умеем делать трюк Люка Холланда. Из каждого из этих вращений можно выйти на вот такую комбинацию с проворачиванием палки через все пальцы. По сути, это один трюк внутри другого. Например, бэксайд спин внутри вращения Эрика Мура. Собственно, закручивайте палку на трюк Эрика Мура. Как только разворачиваете ладонь, делаете бэксайд спин. Как только палка доходит до мизинца, разворачиваете кисть в обратную сторону, проворачиваете палку через все пальцы обратно. И как только палка доходит до замка, завершаете выполнение трюка Эрика Мура. Выглядит вот таким образом. Постараюсь показать как можно более медленно. Собственно, комбинируйте все эти три трюка, чтобы увеличить время вращения палочки, сэкономить собственные силы, а также удивить ваших любимых, друзей и близких.